каждый мазок вложена какая-то вот любовь к земле. Картины «Капчагайская ГЭС» и «Аксайский карьер». Принято считать, что Костеев воспел масштабные перемены в социалистической степи. Но не хотел ли он на самом деле передать собственное чувство неловкости и стыда перед тем, как человек коверкает природу? Обратите внимание, пейзаж практически безлюден, его можно назвать безжизненным. Костеев очень любил писать портреты, а здесь нет ни одного персонажа, чье лицо было бы обращено на зрителя. Мне кажется, что очень многие художники удалялись вот в пейзаж, чтобы не быть эксплуатируемым, чтобы не быть изнасилованным.